Работа на удаленке звучит заманчиво. Ни тебе начальство в соседнем кабинете, ни строгих костюмов, ни общих собраний коллектива. Но на самом деле здесь нас поджидают свои проблемы. Вы спросите, какие? Так вот же. Первое и главное – домочадцы постоянно отвлекают. Особенно маленькие дети, требующие круглосуточного внимания. Или домашние животные, которые то и дело норовят улечься на клавиатуру. Да и в целом сосредоточиться тяжело, ведь кому-то срочно, да погромче нужно посмотреть телевизор. Чтобы пережить этот период и не сойти с ума, предлагаем вам следующее решение. Договоритесь с самим собой и со своей семьей. Если вы настроены на продуктивность, объясните, что сейчас не можете сходить в магазин, приготовить обед или сыграть в настольные игры. Они должны понимать, что хоть вы и в стенах дома, но работаете, как и раньше. Первые дни это, конечно, непросто, но от вашей стойкости будет зависеть комфорт всей семьи в дальнейшем. Оборудуйте рабочее место. Худший вариант – ноутбук в кровати. Идеальный – профессиональный стол, но если ваш единственный обеденный, обустройтесь там. Только уберите все, что будет напоминать о его истинном предназначении – еду, посуду, салфетки. Вместо этого поставьте лампу, хороший свет важен, минимальный декор для настроения и необходимую канцелярию. А еще обязательно оградите себя от остальных – это ваша территория. У вашего рабочего дня должны быть четкие границы, а также план обязанностей. Составьте его. И вы точно ничего не забудете. Выполнили задачу, поставьте галочку. Это поможет вам лучше понять, насколько вы продуктивны. Ну и, конечно, не забывайте про награды для себя любимых. Позаботьтесь заранее о перекусах. Это могут быть орехи, печенье. Ну и делайте, конечно же, себе горячий чай с лимоном. Не лишайте себя и обеда, только не растягивайте его на 3 часа, так и семья снова забудет, что вы на самом деле на работе. Еще перед перерывом решите, чем займетесь сразу после приема пищи. Но за целый день работы получается так, что мы двигаем в основном пальцами или глазами. Но так не пойдет. Давайте делать разминку. Это тонизирует мышцы, регулирует давление, уровень сахара и холестерина, улучшает кровообращение и не только. Достаточно делать простые упражнения, а можно подключить фантазию и, например, сыграть в лимбо, как раз разомнем спину. Отвлекаться от работы полезно, но главное – не заигрываться и вовремя вспомнить, что так называемая удаленка протягивает вам билет в будущее. Если начальник увидит, что вы добросовестно справляетесь со своими обязанностями и без кнута, то вполне возможно, что получите пряник. Ну а если будете отлынивать, то руководство может сделать вывод, что и без вас можно обойтись. Так что не относитесь к удаленке как к мини-отпуску, и вы же от этого выиграете.